Газ будет, об этом сообщил глава Приангарья Игорь Кобзев во время прямого эфира на своей странице в Инстаграм. Жители Иркутской области, которые пользуются газом и имеют льготы, планируется компенсировать часть затрат на покупку баллонов по рыночной цене. Таких льготников около 9 тысяч человек. Напомню, в 2019 году после отмены государственного регулирования на оптовые закупки газа цена на этот вид топлива значительно выросла. В мае этого года Иркутскоблгаз приостановил поставку баллонов. Этот вопрос я задал Владимиру Владимировичу. Мы объяснили, что сегодня, конечно, катастрофически идет не только цена на горюче-смазочные материалы, но и на газ. И мы надеемся, что мы предложили свой индивидуальный формат, то есть используя несколько компаний, которые идут в газодобычу, по льготным тарифам нам предоставлять. Нам идут где-то около 2500 тысяч тонн нужно, да, газа в год, чтобы мы обеспечили вот 250 тысяч. Я думаю, что в этом направлении мы точно идем в ракурсе, понимая, что Облгаз сегодня делает вот эти заявления, что он не может работать в таких условиях. Есть, по-моему, еще Байкальская газовая компания к нам заходит. В ближайшее время с организацией будет заключена сделка по аренде участков, которые были задействованы Иркутскоблгазом. Байкальская газовая региональная компания планирует отработать прежнюю схему обеспечения газом населения.